Привет всем, это канал Кинописьма, поехали. Напомню, актер скончался в Улан-Баторе во время гастролей в апреле 2019 года. Похоронили Алексея Булдакова на Троекуровском кладбище со всеми почестями, но вот памятник на могиле звезды до сих пор нет. Спустя год памятник на могиле актера так и не появился. При этом нельзя сказать, что вдова Алексея Ивановича и другие его родственники бедствуют, но монумент так и никто не заказал. Гильдия актеров кино решила вмешаться в эту ситуацию и объявила сбор средств на установку мемориала для народного любимца. На сайте организации указаны реквизиты счета, на который можно переводить деньги. Вдова Людмила на кладбище практически не бывает. По словам близких, у женщины и так постоянные проблемы со здоровьем, а поездка на могилу к супругу будет для нее сильным стрессом. Она не очень хорошо себя чувствует, у нее давление скачет. Скорая иногда приезжает по два раза за сутки. Да, горе сыграло свою роль, к сожалению. Рассказывали журналистам родственники Людмилы Андреевны. К слову, именно к ней перешло все имущество звездного супруга, а вот сын актера от первого брака Иван остался не у дел. На Алексея были записаны квартира, дачный дом, машина, теперь это принадлежит мне по логике и по закону. Ване он ничего не завещал, говорила женщина в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир». Людмила не готова отдать квартиру парню, так как в этом случае она лишится московской прописки. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.